Но самое важное, мы ни в коем случае не можем остановиться на полпути. То есть, типа там Львов кому-то оставить или еще что-то. Тогда в противном случае просто ничего не надо было начинать. Я скажу больше, там... с такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Совершенно верно. Ну и 7 бед, один ответ. Вот. Весь мир в труху, но не сейчас. Да, совершенно бахнем. Верно. Обязательно бахнем. Совершенно верно. Вот когда они поймут, что границы... Страны, которые тебя не объявили персоной. Границы Украины... Исходя из этой логики, мне надо срочно новую сделать, где они меня объявили персоной. Я тоже, мы же вместе там. Когда они поймут, что границы Украины совершенно не важны здесь, и что можем и не остановиться, если они сами не на наших уже условиях не подпишут капитуляцию. Не на каких-то, что так и быть, мы признаем там Крым, да, ДНР и так важно, далее. Что они признают. Там уже будут совершенно другие Зачем разговоры, в том числе... признание Крыма Конечно, и об этом я и они говорю. Никто. Об этом